Сегодня хочу рассмотреть такой извечный вопрос, который некоторых людей волнует. Чем быстрее расколоть чурку? Колуном или топором? Плюсы и минусы там и там есть, да? Плюсы топора в том, что он легкий, да? Им удобно работать. Он легкий, не так сильно устаешь. Плюсы колуна тяжелый, форма его, да, если правильная форма. За счет тяжести он может легче разбивать сучки. Но не секрет, что самый сильный удар — это удар обухом. И кто долго колет дрова, это хорошо понимает. Но сейчас просто сравнение сделаем. Вначале топором, у меня специальный топор для колки. Да, взял специально что-нибудь с сучками такое помощнее. Не такое простое. То есть вот плюсы, да? Можно одной рукой. Без проблем работать. Вот такая чурка, и она внутренняя. Там сбоку была. Это разница большая. А здесь внутренняя. Поэтому здесь посложнее вариант. Возьму колун. Вот он. Сучок идет, вот он сюда, вот здесь еще один. Но тем не менее разбивает. Даже с первого раза можно. Время уходит на замах. Сила уходит быстрее. Но большие, тяжелые, комленые сучками чурки раскалывают лучше. А топор — то, что легкая, маленькая, да, быстрее получается. Вот такие выводы. Если комбинировать, да, использовать и топор, и колун, ну, так, тогда будет проще и лучше, и быстрее.